Привет, дорогие мои ребята. Дорогие ребята, мальчики, девочки, котята, котенки, зайчики, зайчатки и все. Если у вас остался... Вот, короче говоря, если у вас осталось плов или там любая каша, знаете, что... То есть, вы не хотите кушать, вот, и некуда поставить, друзья мои, вы просто возьмите, сейчас я вам покажу, что надо делать, друзья. Берете, вот, тут две порции получается. Я, короче говоря, беру, друзья мои, я вот это все открываю пакетик, и сейчас я все вот это складу, ну вот, то есть вот, я сделаю две порции, друзья мои. Я вот так положу все, пакетик вот, половину, то есть, ну, короче говоря, чтоб на две порции, друзья мои, на две порции этого пловика, вот, друзья мои. А потом, друзья мои, ну, положим в холодильник, даже вот можно, да, друзья, я, вы верно подметили, что... Что этот дурачок так делает, милые мои? Я не дурачок, и тем более, ой, как говорится, нормальный человек. И хочу, то есть и люди некоторые так тоже делают, друзья мои. Вы не думайте, что я один так делаю, а больше никто не делает, милые мои. Вот, берете вот так вот. Вот это порция, друзья. Для меня, вот этой порции, мне для меня хватит, вот этой порции. Вот, видите, пакетик сделали. Теперь другую порцию. Вот. Это все можно, вот, видите. Вот. Раз, так положили, да. Это вот, чтобы, знаете, не было вот такого вот. То есть, сварили вы там гречки, сварили вы там кашу, ну, любую кашу можно все вот это сделать, друзья мои. Вот. И у вас будет хорошо и прекрасно. Захотели вы плову, а его, то есть, вот, взяли, сделали, ну, и остался он у вас. И никто не хочет у вас кушать его. То есть, если у вас осталась гречка, и никто у вас, никто не хочет кушать, просто возьмите ее, заморозьте. И все, милые мои, друзья. Вот. И мы ее положим. Это, как говорится, и если захотели покушать, раз, разморозили, и все. Пельмени же точно так же вы делаете, да? Вот. Покупаете замороженные пельмени, да? Покупаете вы там, короче говоря... Вот эти полуфабрикаты. Вот, видите? Вот. И у нас два пакетика. Вот. И я это все положу в холодильник. И оно будет у меня лежать. И все. Ну, вот, друзья мои, сейчас мы положим это все в холодильник. И будет оно у нас красиво и хорошо. Вот, видите? Даже... Ой, кошка вот. Да, морозилку. И все это, друзья, ложим в морозилочку. Вот, видите? Я ложу это все в морозилку. И оно у меня будет лежать до нужного момента. И мы потом достанем. И все. Все. Я закрыл. Вот. Так что, друзья мои, надо сохранять, экономить наши продукты. Если вы не хотите их уже, как говорится, выкинуть надо, вы... Не выкидывайте. Вы же потом можете покушать еще раз, второй раз, третий раз. Вот. На порцию сделали, положили и все, и поставили морозилку. И пусть оно в морозилке. Вот. И суп точно так же. Если сварил или суп, вот, например, да, только не в пакетик, а в какие-нибудь контейнеры. Вы просто поставьте в этот морозилку, закройте крышечкой, и будет оно у вас стоять, и все. Вот. Если вы так делаете, напишите, пожалуйста, комментарий. Вот. Я ваш комментарий прочитаю.
лайк вам поставлю. А теперь всем пока. Всех люблю, целую. Не вы мои. Пока. Девочки, мальчики. Мои медвежатки. Мои хрюшечки. Хорошие лапочки. Все, всем пока.